Всем привет, доброе утро у нас. Хоть поздоровайся. Всем привет. Так, рано-рано утро. У нас раннее-раннее утро. Опять мы встали, а не проснулись. Сегодня едем к врачу. К врачу, да. С Викторией. Показывать результаты нашего лечения недельного. Уколы мы уже все прокололи, докололи. И таблетки тоже те, что на неделю. Ну, в общем, все сделали. Сегодня надо показаться. Врач сказал через неделю на осмотр еще раз. И дальше не знаю, чего нам там еще назначат. Но я думаю, уколы уже нет, потому что основной очаг мы уже сняли, в принципе. В общем, вот такие дела. Так что едем сейчас, Сережку заворачиваем. Саш, завозим. Я не проснулась еще. Завозим на работу и с Викторией дальше погнали. Вернулись домой. Съездили почти зря. Ну как зря? Можно было по телефону это сделать, но мы не знали. В общем, оказывается, надо уже... Врач принимает по разным, по дням. По-разному. Где живой прием, ну живая очередь. Нет, не живой. А как? Просто по четным, по нечетным дням с разным временем. А, по четным, по нечетным дням с разным временем. Ну тогда мы не записывались, а сейчас нужно записывать. Потому что она тогда была, принимала уже с утра. А сегодня она принимала сейчас. Сейчас, все понятно. В общем, на час дня мы взяли талончик. Поедем туда второй раз. А пока, раз у нас есть время, я сейчас... Приготовлю, наконец-то, Вике тыкву. Ты себе, Назар, проспал сегодня. Ты по четвергам же у тебя это... На один урок раньше надо идти. Ты даже завтракать уже не успеваешь, да? Бери побольше бутербродов, 4 бери. Так, а я Вике сварила вот такую бурду-мурду, не знаю, что это получилось. Здесь рис, яблоко и тыква. А, изюм. Пахнет вроде ничего, без сахара. Сейчас мед добавлю и все. И пусть будет счастливо, ест свою вкуснятину. Там сырок еще есть, сынок. Да, я буду нарезать колбасу. Тебе помочь, зайчик? Не, давай. Ну, хорошо. И сегодня у тебя академия, не забудь, пожалуйста. Я помню. Денюжка на проезд есть. Да пусть уже так и будет. Нет, она красивенькая. Ладно, съем. Мы не в Китае, что делать ее по-китайски. Угу. А китайская вкусно. Колбаса. С украинским хлебом. Пошла Вика уже к доктору. Приехали мы опять в эту больницу, поликлинику, кожвен. Сейчас посмотрим, чего ей там скажут. А мы с Владой остаем. Садись, Влад. Че ты мерзнешь там? Я даже вылазить не хочу. Там дождь, я смотрю, идет, да. Моросит. Еще и холодно, фу, мерзость. На улице противненько. Вот, и мы с Владой сидим, ждем. Что там, Вика? Ехали, пока это смеялись. В общем, я говорю, сейчас говорю, как это назначит врач, тебе говорю, еще уколов, то доржешься. Да я думаю, уже нет, в принципе, самый большой очаг уже сняли, ну, потушили, так сказать. Поэтому я думаю, если будет продолжение лечения, оно, наверное, будет, скорее всего, то уже более лояльно. Таблетки, мази, ну, и все такое. Ждем Вику, посмотрим. Мы ждем результата. Ну, уколы больше никого, диету держать и... Ага. Все остальное остается. Ничего не добавили? Нет. А. Ну таблетки дальше пить, да, вот эти? А сколько еще. Их еще пить? Ну еще пить, она сказала через 5 дней прийти. Ну, на следующей неделе. А, еще прийти через 5 дней? Да. Ну короче, окончательно она не видит еще. Ну в смысле, ну нет, еще не все. Конечно. Ну хорошо. Ну в общем, в принципе, хоть уколы не делать уже, да? Да. Славненько. Все, домой? Да. Покупочки, покупочки и снова покупочки. Хлебцы Вика уже такие себе выбрала. 5 злаков и
пшенично-гречневая. Дальше. Это макароны я буду готовить по-итальянски. Под сыром. С фаршем куриным. Еще я взяла хлеб. Взяла сыр для макаронов. Ой, да и просто. Извиняюсь. Все у меня падает. Так, сыр для макаронов, да и просто кушать. Тебе же, кстати, сыр тоже можно. Так, сырочки вот такие вот взяла. Хочу салатик сделать еврейский. Сметану это тоже для готовки на макароны. Ну и молоко. Просто пить. Такие покупочки. Все, ребят, ужин готов. Вот такие вот макароны у меня с сыром расплавленным. И салатики еврейские сделала. Ну и свеженькие еще сделаю. Уже буду ехать за Сережкой. Я уже забираю своего Мортика. Правда, я уже не знаю, кто кого забирает, конечно. Он выгнал меня из-за руля. Сказал, буду ехать сам. Моя собака. Слушай, на всех нормально реагирует? О, большая. Она меня гавкает. Да? Тебя не любит? Мы, получается, когда в ночные смены здесь, то он выходит, на меня гавкает. Угу. Он не видит просто, там темно. Угу. Мы с охранником его хвалим. Типа, о, молодец, там охранник, хороший пес. Там, такой. Угу. И он рад стараться на меня теперь гавкать везде и всюду. Только меня видит. Научили. Ну, правильно, показывает, какой он хороший пес. Слушайте, 5 часов, а уже темно так, да, Сереж? Ну, тучки, солнечко. Ну да, сегодня дождь. Закрыли солнечко, тучки. Целый день дождь. Как ты на целый день? Ты на вторую... Часа в 3 где-то начался. Ну, полдня. Ты это, на вторую работу едешь? Нет, пролетаем опять. Да. Тогда, может, мы и Назарку заберем, успеем. Во сколько его забирать? Ну, он где-то в 6:20 заканчивает. Успеем. В академии там. Я хоть посмотрю, где-то академия. А, ты еще не был там ни разу? У меня как, знаешь, у меня академия, это сразу Гардемарины. А, да? Это морская академия. Ага. Нет, это компьютерная академия. Где наш Гардемарин там учится? Да, учится. Проспал сегодня опять чудик. Бегом на ходу бутерброды хапает. Телефон, будильник играет вовсю. Он его не слышит. Будильник всех разбудит, а Назар спит. Светомузыка. Вы с Сережкой пришли. Приехали еще за Назарушкой рановато. И мы, в общем-то, решили это время убить вдвоем за чаепитием, кофепитием. И Серик себе еще и заварнушечку взял. 100 лет, кстати, мы заварных не покупали, угу. Да? Классно. Вкус детства. Моя удача, никому не передача. Когда? В субботу. Да что так долго, блин? Ну нормально, что? Долго, послезавтра. Что долго? Ого. Через час нельзя, 15 минут нельзя. Ну что ж, до субботы жди. Жадина. Ну ладно, уже все. Первое слово дороже второго. Мы прямо в детство ударились, да, папа? Угу. У меня чай горячий еще. На улице так холодно. Люди, смотри, прям сидят на улице за столиками. Правда, они умнее. Не одетые. Они одетые, да. Именно это я хотела сказать. Просто позихал. А я дурочка в жилеточке и в этой. И в костюмчике спортивном. Вкусненько, да? Угу. Ну, кушай. Нам знаешь, как надо было канал назвать? Как? Цукерки. Цукерки? Угу. Тоже неплохо. Без 15. Нам еще полчаса гулять, Сереж. О, видел. Открой дверь ему. Я открыла уже. Ура, мне не надо идти. Привет, а как ты нас увидел? А? Когда папа крикнул, увидел. Не, он увидел. Раньше повернулся. Тима и Зайка, привет. Привет. Как дела в школе? Нормально. А вы компьютерный? Нормально. Все? Да. Немногословен. Поехали домой. Ну, в компьютерной академии мы собрали робота на датчике. Угу. Папа, можно я кое-что посмотрю? Пожалуйста. В гугле. Тоже тут, да. Смотришь. Все, едем домой, ребятушки.
Мы просто Назара забирали, он не знал даже, что мы за ним приехали. Что ты ищешь? Ключи. А в зажигании нет. А, ну не знал, куда ты их уже засунул. Любимая папина игра. Найди ключи. Твою медью. Иди ключи от машины. Это только папа имеет такой талант, да, сынок? Сидеть и потерять ключи, не выходя из машины. Угу. Ничего, я дверь открывал. А ты с друзьями был че сам? Сам. Что-то пацаны подошли, крутились. Да нет. Ну, твои. Нет. Голодный, зай? Да. А я там приготовила вкусную пасту. Так что сейчас буду вас кормить. Кто у нас тут просился прямо гулять? Просился. Ну вылетай, вылетай, мой хороший. Давай, ты сегодня еще не летал, Лучик. Давай. Давай, толстунчик наш. Ты толстунчик наш. Ой, ой, ой. Такое же зайчка. Такое же зайчка. Я бы тебя же целовала вот это. Ты такой кабанчик у нас, Лучик. Да? Кабанчик? Мальчишки уже кушают. Вернее, Назар. Папа еще нет. Прям такой толстенький. Гляньте, какой. Такой у нас такой. Как сказала сегодня Вика, у нас даже попугаи толстеют. Жиреют. Я вроде Назар у нас как подкидыш. Да, сынок? Ой, ой, все, полетел на голову везде. Сейчас я буду всех доставать. Да, Лучик? Сейчас доставун? Всем на голову капать. Ой, еще есть салатик этот. Сейчас ой. Вам дам. Назаршка, а тебе огурчик отдельно. Ой, спасибо, мамочка. Не, такая не. Смакатулечка. Нате вам еще салатик. Вкусно? Да. Интересно попробовать в твоем исполнении вареники с макаронами. Что это за номер такой? Кулинарный. Угу. Вареники с клубникой, вареники с вишнями. Вот вареники с макаронами интересно попробовать. Да ну ерунда какая-то. Ты сейчас шутишь? Ну конечно. Ты забыл, что я серьезная женщина, вообще-то. Я никогда этого не знал. Все, он там у тебя как пригнездился прямо. Угу. Ему надо какое-то гнездышко на зиму делать. Он прям хочет прятаться, мне кажется, мерзнет. Ты еще с яйцо снесет. Что ты там выклевываешь у него в голове? Лучик. Ты что там выклёвывал? Полетим дальше, поклюемся. Нет, нет какашек. Нету какашек. Мы с Викой перебрались к Назару в комнату. Ну, посмотрите на этих детей. Они мне все ноги свои понапихивали. Назар. Назарочка, ну, пожалуйста. Сына, нет. Очень красиво мне под нос. А Вика? Вика просто протянула ноги. Протянула ноги. Вот, короче, что хочу сказать. Собрались у Назара здесь в комнате. У него тепло, он здесь натопил обогревателем. И мы с Викой... И прямо аж спать хочется, правда? Такое... И перенесли Лучика Назару сюда на ночь в комнату. Потому что холодно. Холодно, и мы лучше... Ржет, лежит. И мы Лучика, короче, сюда перенесли. Да хохочем с Назара, прикалываемся, да, сынулька? Пошли, блин, еще Назар поржать. Чудной такой, чудной. Вообще дети чудные. Позихаем, сидим, а Сережка мерзнет там возле ноутбука. Играется. Схватка. Вот там у нас Лучик сегодня. Заходи, я тебе код скинул. Вот так вот. Ой, так, ладно. Все с мешки с мешками, но уже время 11 часов, наверное, да? Сколько не время? Не ты с телефоном? Да? 11? Да, уже идите спать, я тоже пойду.
Уже идите спать. Кто не может нас выгнать, слышишь? Уходите спать. Я знаю, как ты спишь. Мне слышно в ванной, как ты тут кричишь. Я не кричу. Ты хорошо, очень ладно, и слышно. Я вижу. Да, Назар, а потом просыпаешься в 12 часов дня. Все. Что все? Когда по 12 часов спит просто. Ну так уходите. Он же, наверное, до часу, до двух сидит. Прекрати вот это позитивно. Заубала уже. Так, ладно, все, мы идем отдыхать. Назар тоже сейчас ложится спать, да, Назар? Да. Ты слышишь, только что сказал да, а потом да, нет. Давайте, сам себе противоречит. Я не дам тебе креатив, нет. Ладно, все. А вам, мои хорошие, родные, всем пока. Родные, хорошие, любимые. Любимые, все, родные, я хорошие. Я вечно прощаюсь уже в полудреме, такая, в полусостоянии нестояния. Точно? Пообещай, что оружие не будешь брать. Это он в наушниках разговаривает. Нет. Все, спасибо всем, что заходите ко мне на канал. Спасибо, что вы у меня есть. Всех люблю, всех целую. Пока-пока.